Всем привет. Хочу вот показать рисунок, который нарисовал на листе альбомном А4. Обычный альбомный лист при помощи акварели. Обычный, самый обычный акварель, который можно найти. Самый обычный альбомный лист, который можно найти. Самый обычный простой карандаш, который можно найти. И самая обычная кисточка, синтетическая кисточка, тоже самая простая, которую можно найти. Вот здесь, в общем, изобразил женское лицо, почти полностью погруженное водой, в воду, погруженное в воду. Вот большая часть. Вот в таких тонах, таких холодных, полухолодных. Вот, как бы так. Вот, все, спасибо за просмотр. Всем пока.